Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. С 21 сентября на видеосервисе Premiere стартует показ нового комедийного сериала «Трепачи». В надежде заработать миллион, в Москву приезжает амбициозный стендапер. Даня уверен, что здесь заметят его талант. И он станет известным благодаря комичным монологам. Энергичный парень снимает комнату у пожилого мужчины и не догадывается, что когда-то этот ворчливый старичок считался лучшим юмористом Советского Союза. Его обожала публика, но он ушел на пике популярности. Вячеслав Соколов бросил свое занятие и разочаровался в искусстве комедии. Новый постоялец заставляет старого комика вспомнить прошлое. Раздражительный пенсионер уверен, что современная сатира не так глубока и остроумна, как в былые времена. Между самоуверенным юношей и хозяином квартиры вспыхивает конфликт поколений. Старик Соколов замечает потенциал квартиранта и принимает решение снова взять в руки микрофон и выйти на сцену. Он поражен искренним стремлением к мечте и чистыми помыслами молодого подопечного, хотя и считает его шутки поверхностными и глупыми. Премьера сериала стартует с 21 сентября на портале Premiere. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!